Мы специалисты, готовы к диалогу. Мы готовы. Мы готовы весь свой опыт многолетний и всю нашу практическую деятельность положить на алтарь сегодня этих реформ. Нас не приглашают. Поэтому наша рука осталась зависшей в воздухе, не пожатая, и вот она так и висит. Мы готовы включиться в этот процесс, хоть завтра.